Приветствую вас. Во-первых, давайте мы с вами начнем с того, что определим, что по факту есть общение. Общение пришло к нам из слова «общий». То есть корень слова «общение» — это общее что-то. То есть для того, чтобы вам общаться с людьми, нужно, чтобы у вас было что-то общее с этими людьми. Если у вас нет ничего общего с ними, то можно говорить о том, что общение не получится, ну, потому что нет общего. Чтобы было общее, нужно развиваться, то есть нужно расширять свой кругозор. Нужно либо делать это самостоятельно, то есть, ну, самостоятельно расширять свой кругозор, либо делать это через взаимодействие с другими людьми, через вопросы. То есть самый легкий способ общаться, самый легкий способ завести разговор – это задавать вопросы, интересоваться людьми, потому что на самом деле очень многие люди обожают, когда их о чем-то спрашивают. То есть им нравится, когда задают вопросы, когда интересуются ими, когда они чувствуют себя значимыми, они чувствуют себя важными, ценными и так далее. Вот. Это первое. Это первое. Второе. Второе. Вы говорите о том, что вы не можете ничего сказать людям, да? То есть вот вы пишете, что не могу не выбрать темы, боюсь говорить о себе, всегда думаю, что можно сказать. То есть вы очень сильно здесь не принимаете себя. То есть вы, ну, по всей видимости, боитесь, например, того, что будете выглядеть как-то, например, глупо, как-то, например, значит, не соответствующее вашему образу, не соответствующее тому, например, чего от вас ждут, допустим, и так далее, и так далее. То есть здесь идет достаточно сильное, серьезное непринятие себя. То есть какие-то вещи, которые вы считаете, значит, не должно быть в вас. Эти вещи, то есть запрет, себе быть тем, кто вы есть, ориентация на мнение других людей является, с одной стороны, подавлением своих желаний, с другой стороны, комплексами, с третьей стороны, значит, родительскими запретами. То есть, вероятно, ну, результат того, что у вас были достаточно строгие родители, или наоборот, очень заботливые. Вот.
которые вам, значит, внушили то, что вы должны быть, ну, вот, собственно, определенного типа. То есть вы должны быть определенного стандарта, и если вы совершаете, например, значит, ну, если вы отклоняетесь от этого, да, если вы отклоняетесь от этого, от того внутреннего стандарта, который есть у вас, то, соответственно, вы считаете это неприемлемым. А также довольно важно то, что вы боитесь говорить о себе. То есть, что здесь? А вы считаете себя недостойным того, чтобы говорить о себе, считаете себя хуже, или как? Может быть, у вас есть, ну, определенное, допустим, чувство вины за что-то, или перед кем-то, и так далее. То есть, и, понимаете, вы боитесь говорить о себе, именно боитесь. Если вы боитесь, то у этого есть причины. Знаете, то есть причины, по которым вы боитесь говорить о себе. И с этими причинами нужно разбираться. Знаете? Потому что страх, именно страх, он в своей природе имеет запрет, на самом деле, именно запрет. То есть, я запрещаю себе говорить о себе, потому что, значит, ну, например, считаю, что я недостоин говорить о себе. Считаю, что я не имею права, например, говорить о себе. И, соответственно, поэтому я боюсь. Просто я хочу о себе-то поговорить. Ну, это вообще нормально. Нормальное желание человека, нормальное стремление человека поговорить о себе. Вот, я хочу. Но я боюсь, потому что чувствую, что это под запретом. Я не могу. Понимаете? Вот. А возникает вопрос тогда, опять же, а кто запретил? То есть, ну, по какой причине вы запрещаете себе подобные вещи? Ведь у этого же есть, наверное, причины какие-то. Правильно? Вот. Поэтому здесь нужно как следует этот момент проработать. Обязательно. У этого, еще раз повторю, должны быть свои причины. И как только вы эти причины увидите, как только они для вас станут ясными, как только вы их поймете, как только вы увидите их, я полагаю, что ситуация тут же нормализуется, и вы сможете легко
находить общий язык. Вот. Конечно, для этого требуется время, работа над собой, потому что вы, как я понял, вы в себе не очень уверены. Вот. Ну, и именно вот вы производите впечатление человека, который не очень в себе уверен, потому что вы говорите, что мне бы хотелось. То есть, с одной стороны, вы пишете, я очень хочу, вот. А с другой стороны, вы говорите, что мне бы хотелось. Так вот, знаете, какая история? Тут вот нужно определить, так вы хотите или вам бы хотелось? Потому что это разные вещи. Все-таки. Так что с этим тоже нужно определиться. Обязательно. Вот. А на этом, соответственно, я думаю, можно закончить мой ответ. А я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь снять внутренний блок, избавиться от комплексов, принять себя, определить направление своего кругозора, определить действия свои по расширению кругозора. Вот, возможно, изменить свою деятельность, ну, то есть, я имею в виду, сделать ее более разнообразной и так далее, вот, это все можно значит, реализовать в ходе индивидуальной терапии, индивидуальной работы, вот, ну, а пока подумайте над тем, что именно в общении с незнакомыми людьми вас пугает и почему, что именно вы в себе не принимаете и, опять же, по какой причине, то есть, ну вот, вы есть, да, просто, вы есть. И коли уж вы есть такой, какой вы есть, то от чего не принять себя бы таким, какой вы есть, ну раз уж вы есть. Так что я думаю, что вот над этими вопросами пока вам нужно подумать обязательно. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.